Казалось бы, поскольку нам открытие чудно готовит просвещение духа. Это не просвещение, это место, где я приезжаю каждый раз и вижу новые машины. В большем случае практически половина новых машин. То есть вот мы и начали работать. Вот вы начали понимать, что в принципе зачем брать новое, когда можно брать хорошее, качественное, сделанное в кредит, не задорого. И где? В Магнитогорске, на Магнитной 111. Честно? Вы хотите честности? Вот вам честность. Есть такая поговорка: на рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Первый спуливает, и вы покупаете, ах, как и я, допустим. При этом этот, ах, купленный в Ставрополе, два раза ломался. По дороге, естественно. Мало того, что рынок новоиспеченный дает вам трейд-ин, но не дает вам увидеть возможность качества. В чем уникальность дилерского центра? В продажах новых автомобилей. Вот такая новинка. Трейд-ин они и не смотрят. Хотя база есть, но упор не тот. Тамошний упор только на продажу и умопомрачительное по деньгам сервисное обслуживание. Вот и все. В трейд-ин они не лазят, некоторые даже не моют. Но в Best Auto все по-другому. Здесь дураков не любят. Такие идут лесом. Машину берут, поднимают. Есть здесь и такое. Сливают вашу безумную цену. Вливают туда масло, жидкости, меняют усталую подвеску и ремни. И к слову о том, что жесткие косяки по кузову, как и ржавчина, все мимо, в тот же лес. И вы знаете, мне нравится, что 80% машин уезжают и не собираются возвращаться. Вот такое понятие качества в Best Auto на Магнитной 111. Но давайте определимся с ценой. Цен дешевых на новые машины не было, и даже в СССР. Так вот, давайте поговорим о стоимости автомобиля. Даже в Советском Союзе они далеко копейки не стоили. Если мы будем сейчас перемножать, то получается, что в принципе ВАЗ-2101, она тогда стоила 7500 рублей. А если поделить на доллар, тогда он стоил 53 копейки. Во, вот это другой вариант возникает, да? То есть поделите и посмотрите, что оно стоило даже чуть больше, чем 100 тысяч, 10 тысяч долларов. В разы. То есть никогда у нас машины дешево не стоили. Ну и сегодня, сейчас мы о чем говорим? Мы говорим о том, что, в принципе, давайте пересчитаем к этому же доллару. И оказывается, что абсолютно новая машина с пробегом всего 250 километров, вот она за моей спиной, стоит примерно тех же денег, даже дешевле, чем она стоила бы в свое время. Потому что в свое время, когда стоила копеечка 7,5 тысяч рублей, ну или примерно из той же оперы, да, вот эта машина стоила 13 тысяч рублей, обыкновенная. То есть, если перемножить, то получается, что она стоила 20 тысяч долларов. К сожалению, автомобили перестали делать на века. До уровня «Зима», «Чайки», «Победы», «Первой Волги» у нас не просто далеко. Мы про это забыли. К слову про СССР. Я сам на Кубе видел негнилые москвичи, которые, кстати, выигрывали международные соревнования. Жесть, конечно, но ВАЗ там сгнивал. Последние «Волги» 50 на 50. И очень хорошо, что Магнитогорск не солит. К слову, даже 30-летние раритеты уже вгнили. Но есть отдельное качество, и оно присутствует в Best Auto на Магнитной 111. И один из лучших вариантов. Вы знаете, что такое один из лучших вариантов? Один из лучших вариантов — машина, которая не ржавеет. Да, дорогие мои? Так вот, не ржавеет продукция компании Volkswagen, Audi, Skoda. Если честно, за такую машину стоимостью 680 тысяч рублей я бы свои денежки бы отдал. Потому что это серьезный большой седан. Большой, настоящий седан. Они немножко расширились в объемах. Это стало даже более чем очевидно. То есть я такую машину беру и езжу спокойненько. А зная о том, что я здесь подготовят к продаже и сделают все нормально, мой выбор бы пал на Best Auto, на Магнитной 111. Возвращаясь к слову цен. Тут деваться некуда. Если все хорошо, то сумма от 30 до 45 тысяч рублей – это и квартира, и машина, и квартплата. Ну, с едой сложновато.
вы мне про это не рассказывайте. Я это прошел. Не будем вдаваться в подробности, но это кредиты. Нам 90% россиян большего не получается. Но кредиты только на дом и на машину. Причем машина лучшая и далеко не дорогая есть здесь. И вы хоть тресните, хоть лопните без машин никуда. Я, конечно, понимаю, город небольшой, и мне летом на велосипеде здесь больше нравится ездить. Но, допустим, определимся с тем, чем мы должны заниматься. Мы должны немножко отдыхать от города Магнитогорска. Рядышком у нас очень красивые места, это Башкирия. И есть такие места, куда отличные дороги. Но машины туда не так часто ходят. Поэтому для вашего удовольствия, конечно, машины. Возникает вопрос, как их купить. Хорошая тема. Давайте все-таки определимся с двумя вещами, которые необходимо брать в кредит. Это не то государство. Раньше можно было спокойненько в кассе взаимопомощи денежки взять. Но вот вопросы кредитов. Так вот, вопросы кредитов здесь решаются достаточно легко и просто. То есть здесь представлены все банки. И вы спокойненько можете купить себе то, что вы хотите. Никаких вопросов не возникает. Извините, но за качество надо платить. Здесь, в Best Auto на Магнитной 111. Но это не цена дилеров. И это ни в коем случае не дивность и не типа дешевизна базаров. Здесь движки шепчут. Подвесочка не чувствуется. Нет рыжиков. Вот это качество. Вот такая машина вам нужна. Я понимаю условия, но даже если это покраска, то многокилограммовых шпатлевок нет. За этим здесь следят. Да, дорогие мои. Мало того, если вовремя менять ремни, сальники, подшипники и масла, машина может чувствовать себя нормально. И она даст вам удовольствие. Вот так здесь смотрят. И не место здесь перекупом. Здесь вы находите свой автомобиль, и он ваш. А можете прокатиться и добавить себе новинку здесь. С небольшой ценой. Ну, конечно, все интересно. Но кто у вас может автомобиль реализовать? Да так, чтобы это было красиво и ровно. И вы не будете бегать по трейдинам, потому что в трейдине все совсем не весело. И они просто берут вашу машину и пытаются продать новую машину. Но вы должны понять, что новые машины как бы сейчас это не дешевый вариант. В случае чего это практически однокомнатная квартира. Так зачем вам деньги тратить на однокомнатную квартиру, когда вы можете купить себе однокомнатную квартиру, а машину качеством не хуже, чем у вашего соседа, взять спокойненько в Best Auto, который располагается на Магнитной 111.